постаменты вентиляционки. Сука, как я раньше не додумался до этого. Ну, блин, почему бы и нет? Ну и пускай. Дождь начинается. Сука. Миша, ныряй слева в вентиляционке. Съебался по льдинке. Сарачер какой-то. Михаил. Сейчас погодь. Заебал. Открыто! Проверить, я думаю, можно. Тем более тут все открытое, блядь. Жалюзи деревянные. Ну чё? Проход. Да-да-да, все. Спускайся, вставай. Готов раком идти? Да. Повезло немножко. Вентиляционки раньше в других местах стояли. Здесь вон осталось. Квадрат со ступеньками. Немножко больновато уже. Доску убираю. Там ручка. Вот такая вот дуга. Я ее сдвигаю в сторону. Но, сука, немножко больновато. Выходит. Дощечка-то тоненькая. Не хватает. А тут везде бухали. Нет, просто сюда закидывает. Хули, где-то они будут лежать. Если можно, ее сюда закинуть. Тогда мы заработаем нахуя миллионов, причем долларов.
Видишь, опять предлагаю фонариком. Снимаю. Да. Хоть какой-то цвет. Наракана. Я вижу, кандалы причем такая. Нет, иди сюда, знаешь, чем фокус? Вот конец убежища. Лестница в цех. Там подвал. Следов нету. Все, стоп. Сейчас дай мне посмотреть. Если ты мой зеленый фонарь. Стой, не надо, не надо, не надо. Нормально. Сейчас я приду.
он самый. Но только у него запах такой, знаешь, как это сразу в нос дает. Короче, на шатыре целая бутылка. Тут пиздец. Нормально. Больше нигде свет не горит. Старыми сраны. Еще такое. Еще бутылки. Да ёбаный насос. Тут явно бухарики тусили.